Ну, допустим, как совесть должна сработать? Допустим, муж пришел, напился, как свинья такой стоит. Там жена открывает, она такая. Вот. И как вот, как она неправильно себя вести, она открывает, ну, ну ты свинья. И пошла, раз, закрылась и, ну, как бы, не разговаривает с ним. Вот. Допустим, она решила, что он свинья. Вот правда, не ожидала, то есть напился, ну, вообще весь грязный, допустим. Ну, свинья и свинья. Допустим, дальше, если стиль отработан, легкий, она такая, встала демонстративно там, это, поза вот эта, как называется, чай, как? Сахарницы, да, вот это, ну, это. Потому что у женщины вот это вот, ну, как бы, тыльная часть руки, вот это соединяясь, оно дает очень большую силу выяснения отношений. Такая, опа, с бедром, потому что в бедрах сила у женщины, она такая. Так, вот. И она такая демонстративно встала, такая, ну, заходи, пьянчуга. И такая хитрая улыбка, это... Она разгневана, конечно, но она, ну, как бы она гневается в игре. И так как она гневается в игре, естественно, у него есть возможность оправдания, правильного поведения. Понимаете, она ему оставляет шанс. Она ему такая встает, ну захочи, пьянчуга. Нажрался и улыбается такая ему стоит. Вроде бы как бы ситуация очень тяжелая. И он такой заходит, и у него есть шанс. Он говорит, моя дорогая, прости, там, братишки и сестренки, там, друзья. И ей тоже легче, потому что она видит, что он как бы искренне раскаивается, сожалеет. Понимаете, она, если выбирает стиль сразу как бы войны, ах ты гад, ты за что там, и все, то есть сразу воевать с ним, то он же пьяный, вообще ничего не соображает, может даже прибить. Это очень опасно. А если она в шутку, полушутку как бы, и он чувствует, что она любит его все равно, и он так обнимается к ней, она ему руки такой, ну-ка, не трогай меня. Алкоголик. Проклятый. Но она в шутку как бы такая отбивается. Ну, алкоголик проклятый, иди спать, все. И пошла. Потом отдышалась, как бы помолилась, пришла в себя. Но в отношениях вела себя как в игре. И тогда он придет раскаиваться, он потом, ну, поймет, что он не прав. Потому что когда, ну, энергия любви движется в отношениях, человек всегда работает совесть. Понимаете, вот допустим, вы сказали мужу, там, он какую-то ошибку совершил в жизни. И вы, ну, допустим, даже вот, пусть даже, ну, вообще уже там беспредел. То есть он такой приходит, говорит, у меня любовница, там, допустим, да? И вы подошли к нему и гладите ему, так как бы его по голове, говорите, мой хороший, любовница, замечательно. До чего мы докатились? Такой гладит его по-доброму, до чего мы докатились? Любовницу завели. Отлично. Может, мне тоже завести? Как ты считаешь? Понимаете, то есть она как с ним разговаривает? Как в игре, да? И это очень сильно его пробьет. Но если она говорит «да», значит, у меня тоже будет любовник. Это его пробьет? Нет. Это война, то есть, ну хорошо, ну и заводи, что, и пошел. Что ты доказала? Ничего не доказала. Смогла помочь ему? Нет. Себе смогла помочь? Нет. Все. Это называется непонимание стилей. Конечно, этот стиль очень сложный, потому что он труднодостижимый. Для того, чтобы во что-то играть, для этого нужно иметь хорошее настроение, как минимум. Если у тебя настроения нет, сил нет, то ты неигроспособный человек. Понимаете?